проспект Кирова – один из самых важных городских поперечников, соединяющих между собой крупнейшие улицы города, в том числе Московское шоссе и Новосадовую. В этом дорожно-строительном сезоне участок от улицы Старой Загорода Московского шоссе обновят большими картами. Было много дыр, были большие колеи, и, в общем, движение было затруднено немного. Но, надеюсь, дорога будет гладкая, и по ней можно будет с комфортом ездить. Но вокзальная, в принципе, хорошо сделана, и Старый Загород тоже хорошо сделана у нас. Работы по ремонту дороги ведутся по самым передовым технологиям – фрезерование, очистка от пыли и грязи. На финише заливают основание битумной эмульсией и следом укладывают высокопрочную смесь ЧМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. Делают дорогу гладкой и ровной два катка. Перед отправкой смеси с завода и перед укладкой подрядчик и контролирующая организация МБУ «Дорожное хозяйство» проверяют все ее свойства, включая температуру. Она всегда в пределах нормы – более 150 градусов Цельсия. Чтобы во время дороги с завода до участка укладки смесь не теряла температуру, КАМАЗы оснащены пологами. Отработана техкарта по укладке асфальтобетона, по которой мы работаем ежедневно с этим асфальтом. Также у нас есть человек, который за этим следит, за проходами, за температурным режимом. Для данной ширины на сегодняшний день пару катков более чем достаточно. Ширина укладки у нас 3 метра сегодня. Но в тоннах на сегодня это больше 500 тонн, которые мы планируем уложить. Мониторингу подвергается каждый этап ремонта дороги. Через 24 часа отбираются керны – пробы свежего асфальтобетонного покрытия для лабораторных испытаний. Образцы проверяют на соответствие физико-механических свойств. Площадь отремонтированной дороги на проспекте Кирова составит порядка 8 тысяч квадратных метров – 700 метров в длину. Сейчас приведена в порядок половина дороги. К концу недели укладку на объекте планируют завершить. Объект обновляют на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Качество мы проверяем основание очистку, проверяем розлив битумной эмульсии, проверяем температуру асфальтобетонной смеси, чтобы она соответствовала нормативам. В принципе, смотрим фактическую толщину. На данный момент укладываем смеси. Если есть замечания, выписываем предписание, которое устраняется на месте. В Самаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году план выполнен на 80%. В ремонте 6 участков. Завершить ремонтные работы на объектах уличной дорожной сети планируют к 1 сентября. Таковы условия муниципальных контрактов этого года. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.